Прошлой весной средства массовой информации рассказывали о сосульках-убийцах. Ведь этого года – падающие крыши. В середине марта под тяжестью снега прогнулся купол Олимпии. А на продуктовом рынке из-за обрушения кровли погиб человек. Во вторник на этой неделе ЧП произошло в двухэтажке на улице Лежневская. Там, к счастью, никто не пострадал. А уже вечером того же вторника, как карточный домик, сложился навес автозаправочной станции в населенном пункте Лесной Ивановского района. И там, по счастливой случайности, никто не пострадал. Предполагают, что конструкция не выдержала тяжести снежных масс. Под обломками оказалась иномарка Toyota Land Cruiser и тягач с полуприцепом. Персоналом автозаправочной станции была отключена подача газа и топлива и произведено обесточивание объекта. В настоящее время производится разбор завалов и восстановительные работы –